Дорогие друзья, приветствую в городе курорте Анапа. Знаю, что у всех туалет это проблема, потому что сейчас в городе не получается нормально отдыхать. Только где-то что-то выпив, хочется куда-то сходить. У нас есть знаменитый сортир 5 дырочки, я не шучу, именно так все и называется. И хочется показать вам, где он находится, и 20 марта он работает. Потому что ни возле администрации, ни возле маяка, ни где-то либо в других местах не работают общественные туалеты. А здесь есть рабочие моменты, которые могут вас порадовать. Итак, где мы находимся? Это у нас возле Золотой бухты, ближайшая улица, получается проспект Революции, возле Ковчега. Потом можете пройти сюда дальше. И здесь есть вот это самое культовое место. Стоимость посещения его... У нас, по-моему, 25 рублей. Да, вот даже написано 25 рублей. И называется это действительно сортир 5 дырочек. То есть это не какая-то фантастика, не прикол, но здесь есть место для людей с ограниченными возможностями. И вот он, видите, сзади там четко 5 дырок. В котором 5 дырочек, прошу прощения, можно сходить. И единственное место, которое действительно работает в Анапе. Поэтому, блин, если мы угорали над ним там в плане названия и маркетинга, то здесь теперь надо восхваляться и гордиться, что хотя бы такое место у нас в Анапе есть, где можно сходить, так сказать, облегчиться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поддержать нас лайкосиком под видосиком. Будем вам признательны и благодарны.